Воронежское областное отделение КПРФ, главный политический соперник партии власти «Единой России» на предстоящих выборах осенью этого года. Воронежские коммунисты ставят перед собой амбициозные планы о заметном увеличении своих представителей в выборных и муниципальных органах власти региона. Мы собрались сегодня на свою конференцию, чтобы выдвинуть своих кандидатов, определить программу, наметить, с чем и как мы пойдем к своим избирателям. Жизнь не стоит на месте, она развивается, и мы все больше убеждены, что в области нужен левый поворот, если мы не хотим повторить печальную судьбу Украины, Донбасса. Правый экономический, политический курс, он завел и Украину в тупик, и нас заведет, поэтому нужно мирное, спокойное, уверенное осмысление того, что происходит, и нужен левый поворот в нашей стране и в нашей области. На внеочередной конференции Воронежского областного отделения КПРФ были уточнены программные положения и обсуждены вопросы предвыборной тактики кандидатов от Компартии на выборах в Воронежскую областную и городскую думы, а также в представительные органы власти региона в единый день голосования 13 сентября 2015 года. Наша предвыборная программа платформа состоит из нескольких блоков, которые включают в себя общеполитические вопросы, ситуацию экономического и политического порядка в нашей стране, достаточно подробно останавливается на проблемах политической жизни и экономических проблем в Воронежской области. Программа включает в себя блоки, предложение нашего предвыборного объединения по реализации как антикризисной программы КПРФ, так и тех вопросов и задач, которые ставят перед нами вышестоящие партийные органы. И вы, представители наших первичных и местных отделений. Избирательные списки коммунистов на предстоящих выборах возглавят всем известные лица, которым очень важно было сверить свои планы с представителями первичных партийных организаций со всей области. Мы должны определиться, с чем мы пойдем к людям, какие лозунги мы выдвигаем, с какой программой мы пойдем. Что касается персоналей, то это тоже отдельный вопрос сегодняшнего принципиального разговора. Кто будет возглавлять список, по какому мы пути пойдем? Ведь разные методы, разные подходы применяются в партии, в том числе нашей партии, для проведения кампаний. Какой метод соответствует сегодняшнему состоянию экономической и политической жизни? Мы определим основные тезисы нашей предвыборной программы. Обсудим, обменяемся мнениями, послушаем наших товарищей. Ведь коммунисты сильны своими ячейками, районными ячейками, своими товарищами. Нам принципиально важно их мнение. Платформа, которую мы сформируем, это будет основой для дальнейшей работы на определенный срок.